Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео у нас обзор на сенсорные выключатели с AliExpress. Тройка лучших. Все представленные товары идут с AliExpress, ссылки в описании под этим видео, переходите и заказывайте. Ну а теперь к нашей тройке. Вот такой вот настенный сенсорный выключатель от бренда Bonda. Можно использовать в любом помещении, да, соответственно, независимо от назначения, есть разные цвета, а также можно мыть данный выключатель. У него есть защита от влаги. Два режима, то есть если синий, значит свет включен, да, если красный, значит выключен. А также есть три варианта, да, то есть вы можете заказать выключатель как на один светильник, так на два и на три. Стоимость, исходя из этого, будет меняться. Самая дорогая 556 рублей 80 копеек. Заказов очень много и, соответственно, рейтинг здесь высокий, отзывы все положительные. Пришло очень быстро, даже если те, кому пришло, допустим, что-то не в рабочем состоянии, то проблем никаких не было, заказчик все поменял и, соответственно, доставил возвратом уже новый товар. Они с легкостью подходят для коробок наших российских, поэтому можно будет спокойно установить и, соответственно, пользоваться. Смотрится очень стильно. Следующий у нас вот такой вот тоже идет беспроводной настенный выключатель, сенсорный, с поддержкой Wi-Fi даже, также с управлением от сети 220. Здесь также указывается, да, синий и красный кружочек, то есть когда включено, когда выключено. Также можно выбрать разного дизайна, да, горизонтальные, как прямоугольник, либо же квадратная форма. И можно выбрать еще, допустим, на два светильника. Что касаемо Wi-Fi, да, то вы можете через приложение, а также включать и выключать свет и просматривать, то есть включен он или нет. То есть это как бы тоже очень удобно для тех, кто часто, допустим, находится вне дома, для того, чтобы, скажем так, помнить, выключили вы свет в комнате или же нет. Стоимость без акции 1167 рублей, по акции 758 рублей сейчас можно приобрести. Заказов было очень много, отзывов тоже также много, все, не большая часть, положительные, потому что при высоком рейтинге, конечно, тут даже придираться, скажем, не к чему. Смотрится очень стильно, очень удобно, легко, легкая в установке, простая и очень удобная. В сравнении, да, с обычными выключателями, сенсорный смотрится намного лучше и, скажем так, намного богаче. Ну и третий у нас вот такой вот сенсорный выключатель европейского стандарта, светодиодная панель для настенных ламп, сенсорные выключатели света. Закаленное хрустальное стекло, и можно выбрать на 1, 2 или 3 кнопочных переключателя. А также, что касаемо цвета, да, можно выбрать белый и черный. А стоимость меняется в зависимости от того, сколько вы будете выбирать выключатели. Но, однако, белый стоит все равно дешевле, нежели черный. Что касаемо характеристик, да, и общей информации, то можно в разделе здесь ознакомиться самостоятельно на сайте AliExpress, более подробно изучить интересующую вас информацию. Что касаемо рейтинга, то отзывов здесь очень много, большая часть, конечно же, положительная. Смотрится довольно-таки стильно данный выключатель, да, когда находится на стене. Что касаемо упаковки, да, при доставке, то было упаковано все хорошо, соответственно, повреждений каких-то у товара не было, никаких ни сколов, ни царапин. Доставка была очень качественная. Ну и, соответственно, сам товар в рабочем состоянии. Вот такая вот тройка у нас получилась настенных выключателей сенсорных. Все товары представлены были с AliExpress. Ссылки будут в описании под этим видео. Можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Также не забудьте подписаться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», оставить свой комментарий, оставить лайк. И всем до новых встреч. Пока-пока.